Кольский полуостров – благодатный рыболовный край с гостеприимными друзьями. К сожалению, не всегда получается вырваться из столичной суеты. Но посмотреть видео с этой рыбалки, посмотреть сам процесс и на счастливые лица друзей – это всегда интересно. Все спали. Михаил Юрьевич приготовил капусточку тушеную с рулечкой. Сейчас мы рулечку разделаем. И запихаем рулечку. И будет уже готовченко все. Пока прикрываем. Не остывало. О. На части. У нас еще собачка ходит, которой мы обещали рулечку отдать. То, что от нее останется, точнее. Эть, стоять. Оп, 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 оп. Вот у нас еще одна рулечка тут такая, приятненькая. Симпатяга. Небеса! Барбос пришел. Вот она ты, хмель. Душистый хмель. Цапля серая наберет. Я убью тебя, лодочник. Отойду, чтобы ракурс был хороший. Плюх, 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 плюх. Красавица, белая, яркая. Паркуй. Все, подходи, подходи, подходи. Подматывай, подходи. Ура! Ура! Вот что значит крайняя креветка. Ну-ну-ну. Давай, прекращай. Все законы сработали. Ну-ка покажись. Знаешь, на чем держалась? За глаз ее. Ой, да. Осталось немного. Ну-ка пару слов скажи. А что ты говоришь? Ну покажись, я себя снимаю. О! Молодчага! Ура! Надо открыть. Боль на выдумке хитра, а алкоголь еще хитрее. Нету икры. Да, нет. Классно. Мы одну рульку отдадим шарику, одну рульку отдадим этому. Ванильке. Там сразу, когда срезал, поэтому продолжим. Чпок! Добрый вечер! Готово! Чпок, добрый вечер! Мишань, тебя снимает скрытая камера. А, бульбашан, молоки какие-то. Красненькая яркая.
Как он оттуда выковыривать? Вот с дырок прямо. Как с дырок с тех выковыривать? Самое удобное вот так вот. Берешь. Если у тебя нож как опинель, он у тебя как раз со стрелечкой. А так лучше всего делать дырочки. Угу. Первый пощель. Самается. Второй пощель. Как работают профессионалы. Не то, что я вчера полдня ее ковырял, эту рыбину. Есть? О. Шикардос. Много? Неважно. Ну вот, началось. Сейчас мы чуть-чуть попробуем ухшиц приготовить. Закинули уже, сварили луковицу, морковку, картошечку закинули. Вот у нас хвосты и головы семги. Скоро будет ушиться. Мишка мамку тащит. Такая оранжевая, да? Ну да, мамки они такие. Непредсказуемые. Да. А маман хорошая сидит. Рыжая. Рыжая, жирная. Внизу там, да? Яркую, белую или старенькую? Стояла, но не совсем. Только с икрой икриная уже, да? Рыбы много. Да. Сейчас на креветку набрусь, когда похолодало. Да, да. У меня здесь проламы потихонечку так натянуло пока. А? Ага. Я свежаков взял, восьмерки, пятерки взял, хорошие. Хорошая рыба, хорошая. Жирненькая. А? Тройка? Я думаю, что вам стоит. Да ну. Смотри. Она выпрыгивала полностью. Шестерочка, ну 5,5, это точно. Подожди, подожди, он заведет плоско сейчас. Все, Сереж, все, давай. Страхуй сзади. Все, подтягивай. Да, иди, подтяни.
За хвостик, Серёж, за хвост! Икра! Икра! Ну покажитесь, покажитесь! О, замечательная пятерочка, а то и шесть. Все. Нам тут с моря привезли немного. Как они называются? Не миди, а как же они по-другому как называются? Как это называется? Ракушка. Ракушка это мидия. Да как-то у нее своеобразное название есть. Как-то она называется, короче, это не мидия. Они вкусные, мать его. Пополам, тащи еще. Себя не обделил. Больше не убираем. Грузи, сейчас сварим. Аппетит. Сергей Михайлович. Все? Голодаем. Вообще не едим ничего. Ничего покупного. Только все, что выловлено. Морепродукты в собственном соку и в воде. Вкусняшка. Время пришло доставать наш урожай морской. Вкуснятина какая-то. А запах? Хорошо, что видео не передает запах. Не магазин. Хотите такое попробовать? На мурманскую землю. Вперед. Дымятся. Вкусные. Заходи сзади. Серега, за ней, ты не за леску только не вздумай. Ты что делаешь-то? Да уж. Готово. Пошли со шим идем. Матвей Сергеевич, можно вас попросить встать с той стороны? На ту сторону зайти, чтобы было видно. А то кроме вашей же больше ничего не видно. На связи. На связи. Пятерка серебристая, охуенная, круглая, толстая. Неси. Опа, тоже принес. Пять килограмм лупил. Флаг ВДВ. Мы ж Витькин день рождения. Я ему даже позвонил, поздравил его. Ты что? Да? Конечно. Он такой говорит, меня, говорит, Михаил Васильевич, говорит, отпустил пораньше с работы. Еду на дачу рыбы сейчас себе сделаю. Улыбнись. Да это он. Да, я смешаю.
сфотографировать или видеосъемку сделать? Можно и видеосъемку. Нет. Видео идет. Ага. Ну, будем. Вот так. Вот так. Вот так. Это не то, что ловили рыбу, помогли. Отменно. Кормили. Матюк. И отпускали. Миш, лицо бы сделай попроще. Так. А то такой быть напряженный быть. Слышишь? Это тебе не соревнование быть. Не, ну класс. Вот слышь, класс ловится. Синенькая палаточка, бать, матюха сидит, скучает. Флаг ВДВ, бать, тафиг, бать. Там эти вологодцы стоят. Там дырочка, там дырочка, там дырочка маленькая была. Зачем она была? Надо вот так делать. Матюха, лицо не закрывай. Не прячься, ты от нас не спрячешься. Никуда. Тебе сколько будет? Два дня оставишься, да? 5 минут. Ладно, 10. Пока я буду одеваться. Вернемся через 10 минут. Николыч, наливай! Наливай. Воткнулась. Ну, за хвост, за хвост. Ну давай, еще там ее сейчас это потеряй. Реально подождала ведь, да? Ну. Тут 10 раз взяли, да? Ну, подсак был бы. Ура! Ура! Вот и глубина сработала. Почти 2 метра, 1,80 м где-то. Опять Мишаню сдернули с насиженного места. Так он хорошо сидел. Никого не трогал. Ел креветки. А тут какая-то рыба непонятная. Взяла и сдернула его с тепленького места. Они не доедут. Нет, это, если они вчерашние, то им уже тяжело. Вот. Их надо сейчас доедать. Блин, я уже специалист. Неправильно бьешь. Надо бить его сам по кругу. Не одним ударом, а по кругу бьется, потом качка снимается. Мы же не специалисты. Ну уже поздно, уже он есть. Да.
есть добыча. Мы же первый раз так, видим потом, это дело. Потом, когда мужики побегут с хуями наперевес, нахуй, да, блядь, нахуй. Наш ёжика побили. А тут некому кричать, баб-то нет, ёбка. Там видео, блядь. На видео там заложат. А там за пиканье. Одно пиканье будет. Нахрен такое видео нужно. Музыку наложат. Ёжики, блядь! Вот, стоит посреди леса, ёжик такой, у него спереди такой, охереть, зай такой, нихуя себе, спереди, охуя, нихуя себе. А вот это икра ежа, которую я первый раз вообще вижу, как она выглядит. Так. Мишаня, давай на нахлест. Кто там? Кто там? Сёмга там, Сёмга! Пустите в гараж погреться. Эх ты! Ну как ты слил рыбину на нахлост? Мишаня, Мишаня. Смотри. Вот браконьеры как бьют, блин. Офигеть. От стрелы. Вкуснотища. Голодаем. Вот они. Купаты готовые. Да, сейчас солнышко перейдет. Дай, пожалуйста, тащичку голубенькую. Ну что, Мишаня, несколько слов. Начинаем делать шаверму по-титовски. Или шаурму, или шаверму. Титоверма, короче. Мы делаем шаверму двух видов. Свежими огурцами и солеными огурцами. Все остальное дальше будет одинаково. Делаем мы, не жалея слоев мяса, огурцов. Ничего не жалеем, короче. Чем больше мяса, тем вкуснее. Мясо это тот шашлык, который мы не осилили съесть. Короче, все как в магазине. То, что не съели, идет дальше в безотходное производство. Складываем. Первый будет со свежим огурцом.
Серега, слушай, у нас, наверное, это не влезет на решетку, да? Такое широкенькое. Конечно. А? Такого не было лаваша, который как раз под этот. Вообще очень хорошо идет квашеная капусточка. Лучок бы еще тем. Нет, лучок там вообще абсолютно не нужен. Может быть, маринованный бы еще прошел, но лук, лук обычно в любом блюде свежий лук перебивает весь вкус на себя, перетягивает. Все-таки чувствуешь только вкус лука. Работает, но ее нет. Но лучше петрушку, кинзу не все любят. Кстати, там еще самодельная аджика есть. Очень, очень, кстати, такая весьма ядреная. Все, заворачиваем. Заворачивай. Мы, Сереж, сейчас пополам их разрежем. Правильно? Где-то дощечка была, та вот хорошенькая снова. Чистая? Да, давай. Не будем лаваш мочить, то развалится. Да, где там этот? Серёж, решетка. Знаешь, что можно сделать? Может, какой-нибудь стол или ведро? Давай его сюда клади. Ведро принеси зелененькое. А, блин, освалось все. Вон стульчик вылета. Стульчик тоже. Надо чуть поливать. Сюда. Сейчас как раз еще один сюда. Забор. Потащила Мишаню рыбка. We'll be right back.
Ура! Красавица! Смотрите, все красненькие. Угу, хорошая. Ух, 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 и корочка-то, ух, и корочка, ух, ух, ух. Мама дорогая, ты мисочку принес, да, под нее? Миша, дегустация, ложечка. А надо сейчас брусочок, чтобы лук весь вылить. И потом дегустирую. Голодаем. Ну чего, мы пьем или нет? Не знаю, ходим, ходим. Михалыч, Мишанька. Миша, давай, бросай, все. Бросай, это занятие. Горные. Ну что, бани готовы? Пойдем посмотрим. Смотри, какая. Кто говорил, что красиво жить сложно? Оказывается, нет. Уже подожгли? Да, должна гореть, все проверим. Скворчит все там. Сейчас кто-то намоется. Спотел весь бедняк, пока собирал ее. Я сейчас в бане нахожусь. Мобильная баня. Мобиби называется. На берегу речки, где ловлю семгу. Попариться класс. Помыться наконец-то. Вот вид из окошка нашей баньки. Печка, водичка. Все работает. Вот так у нас проводят время на рыбалке. Подготовка к ухе. Ухи! Полным ходом. Идет очистка креветок. Зачистка. Добычек. Открывай. Порыбачили, так порыбачили. Если бы рыбалка так не выматывала, ее можно было бы назвать отдыхом. Это точно.